Мне кофе. Какой желаете? Двойной. И покрепче. Сию минуту. В клубе ты имеешь. Да, пусть кто хочет делать, я сигарету не брошу. Это мой табурет. Слезай. Извините. Мне не сказали. С вашего позволения представлюсь. Меня зовут... На этом и закончим. Не хочу перегружать память. Видите ли, я представляю газету из Бергамо. А я не представляю. Сколько сахара? Два, но чтоб я видел. Наша газета хотела бы на ваше рождение отреагировать большой статьей. И притом на первой полосе. За плату? Нет, бесплатно. Это меняет дело. Я готов. Что вам нужно? Кое-какую информацию я уже успел получить от ваших друзей. Они рассказали, что у вас... Так, и что же у меня? Если не кривить душой, портрет получится не очень-то хороший. Конечно, на вид вы симпатичный человек, известный в округе, но, говорят, у вас плохой характер. У меня плохой характер? Это у меня-то он плохой? Да! Кто сказал?